Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки Ниндзя Легенды. Так, забираем ежедневные награды. Мы остановились на Лиге Сёгунов 2 звезды. Мне хотелось бы посмотреть, нас скинули за это время или нет. Ну-ка давай. Да, мы в Лиге Самураев. Как они быстро все-таки сбрасывают, а, ребят, вообще. Только вот вчера вечером залез, и сегодня уже скинули. Так, ну что, давай, наверное, мы с тобой попробуем пофармить жетоны. Так, выпадает Армагон. Осколки. Кружка. 50 жетонов есть. Так, Донателло Космос. Понятно, осколки. Так, камень Талик. И все. Все, ребят, сыр закончился. То есть 50 всего лишь жетонов мы успели урвать. Ну, это мало. Это очень мало. Соточку бы, да, было бы прикольно. Ну что, пройдем серию испытаний по-быстренькому. Начнем вот отсюда. Армагон, Бакстер, Лео, пускай будет Макман и Ванюша. Вот такой командой пойдем. Так, ну что, Бакстер, будешь падать у нас сегодня, нет? Упал. Так, Маузер там что-то прыгает. Ну, Макман мог бы хотя бы одного-то раздавить. На, получи. Все, здесь уничтожили. Ну что, переходим на вторую волну. И смотрим, здесь у нас наверное, надо начать. Погоди секундочку. Начнем с Бибопчика. Так, у Макмана все заблокировано. Так, смертельная волна. И давай пулеметную дробь. Все, Рокстеди готов. Ну что, неплохо. Двигаюсь дальше. Посмотрим. Так, а что посмотрим? Мы не посмотрим, мы заберем с тобой сейчас награду. А дальше у нас идет просто поединки. Мы прокачали нашему Кренгу навык, но нам нужно до 6 ступени. То есть, получается, 13 ноутбуков нужно найти. Ну, как я вижу, здесь нам не улыбается удача. Так, один ноутбук есть. То есть, еще 12, получается. 12 ноутбуков. Мы только один нашли. Так, подожди, не надо мне вот это вот делать. Телепорт. Опять же, мутаген. Так, это получается 11. Да, с ноутбуками проблема. 10. 9. 8. 8, ну. Так, это получается 7. 6. 6, да? Да, еще 6 ноутбуков нужно. Ладно, мы уже задание выполнили. В следующей серии продолжим искать. Здесь забираем. Так, поднять уровень персонажа. Мутагена у нас хватает. 20 тысяч мутагена. А нужно... Отлично. 76 уровень получает Крэнк. Забираем здесь остатки. И, наверное, вперед на арену. Нам нужно, не знаю, как-то преимущество набирать, опять же. Ну что, я возьму, наверное... Погоди. Погоди, у них же здесь 46 и 49 уровень. Я думаю, что мы, наверное, можем своими силами справиться. Раз, два, три, четыре, пять. Давай попробуем. Но, опять же, повторюсь, рисковать не стоит. Надо будет брать кого-нибудь, ну, хотя бы одного покрепче. Ой-ой-ой, это что? Это такой мизерный урон? Блин, он ускоряет команду. Давай-ка сделаем защиту на всякий случай. И муху. Муху нужно бомбить. Муку нужно бомбить, и желательно бы, чтобы она отдуплилась. Лишить хила. Так, команда лишилась хила вражеская. Делает. Ну, ты сам видел, да, что он сделал? Сделал дополнительную защиту. Бросаем гранаты. Давай, Рокстеди. Допустим. Что теперь? Этот со своим точечным ударом заблокировал услыша. Слушай, они что-то все наслыша нападают.
Ну, здравствуйте, приплыли. Слушай, они... А, я думаю, что же они все время доходят? У них же инициатива там, ё-моё, этот же... Постарался же, да, сделать? Есть минус Макман, минус Мандагека. Ну, неужели начали выравниваться? На тебе пощечину. Добивай его, Пит. Да. Пит, ты серьезно? А, у него ослабленная атака. Вот оно что. Так, ну что, Бибоп делает ему иммунку. Давай вот так вот сделаю. Тюх. Он в ответку мне, да? Слушай, он хочет Пита мне уничтожить. Я так понял. Да, еле-еле забомбили. Блин, Пит чуть было не упал. У него очень мало здоровья осталось. То есть, ну, об этом я и говорил, в принципе. Очень рискованно, но знаешь, как поиграть на нервах захотелось. Вот и поиграл. Ну что ж, давай двигаться дальше. Смотрим. 15-19. Выбираем. Давай я возьму, наверное, не супер сильного, конечно, персонажа, но и не особо слабого, да? Чтобы накатить ему разочек, да и все. Здесь я рассчитываю на супер удар. Это именно удар с технодрома. Он же будет первым у нас ходить. Так, точно. А ну-ка, влупи, Крэнк. Рок, кстати, выжил, но это ненадолго. Прекрасно. Продвигаемся тогда дальше. С 83-й мы переходим на 58-й. Слушай, ну в принципе неплохо идем. Может быть, даже перейдем сегодня в Лигу Сёгунов. Три звезды. Мне бы этого, конечно, очень хотелось. Давай-ка возьмем, наверное, здесь Шархана. Одного Шархана и остальных вот 55-х уровней. Хотя, на самом деле, мы играем практически на равных. Это не есть хорошо. Мы должны преимущество здесь держать. Причем довольно хорошее. Угу. Хиляет. Бросаем баллончик, посмотрим. Заблокируем способности. Так, меткость понизили двоим. Слушай, надо муху как-то шваркнуть. Ну-ка, дрон, вылетай. Замечательно. Ну все, в принципе, они... Твою налево, Бакстер все-таки подговнил нам чуть-чуть. И этот еще валуном. Так, спокуха. Вырубаем Дони. Вырубаем Бакстера. И вырубаем... Надеюсь, вырубаем, да? Рокстеди. Все. Я тебе скажу, что хорошо сыграли здесь. Но опять же, вот этот первый удар, который провел Шархан, Бакстер муха потом отхилял. Вот это, конечно, было немножко обидно. 34-я позиция. А дадут мне 15-20? Вот, есть, нашли. Так, я возьму, наверное, Макмана здесь. Сотого уровня. Раз, два, три, четыре. Ну, чтобы сразу мусорным этим ураганчиком уничтожить их. И не выпендриваться. Тыдыч. Просто всех смел. Хорош Макман, ничего не поспоришь. Ладно, поехали дальше. Хочу быстренько добраться до Лиги Сёгунов 3 звезды. Так, ну что, седьмая позиция. Уже радует. Седьмая позиция. Так, 15-20. Возьму здесь Леонардо. И раз, два, три, четыре. Ну, опять же, супер козырная вертушка Лео. Многие пишут в комментариях: Рэй, а какого персонажа лучше всего качать? Ну, ребят, я вам говорю еще раз, все зависит от того, какую стратегию боя вы выбираете. Я для себя изначально выбрал прокачивать такого персонажа, у которого супер сильные удары. Потом я начал прокачивать таунтов, который держит защиту, а в особенности Рафаэль у меня вот был, я его хорошо прокачивал. Потом мне понадобилось уклонение, я начал прокачивать Микеланджело на уклонение. Потом мне понадобился хороший хиллер, я начал прокачивать хорошего киллера. И в конце итога у нас получилось, что мне понадобился массовик.
тот персонаж, который наносит очень много урона массовой атакой. И все, ребята, и сразу пошло как по маслу. Сразу у меня начались выигрыши на аренах, на турнирах, в состязаниях. Соответственно, мы начали получать очень много ДНК. Очень много мы начали получать осколков. И все, и потом потихоньку-потихоньку мы начали приобретать тех персонажей, которых у нас не было. И все, в принципе. А теперь у нас есть абсолютно все персонажи, но нет на них прокачки. То есть какие-то у нас есть топовые бойцы, да? Но все-таки слабых у нас намного-намного больше. И вот поэтому их нужно прокачивать. Естественно, ты это за одну секунду, минуту не сделаешь. И многие пишут: «Рэй, там у тебя уже по 1000 серий, тебе не надоело?» Ребят, ну мы хотели же сделать прокачку всех персонажей по чесноку. Хотели. Так что же вы теперь говорите, что у тебя так много серий и тому подобное? А как я это могу сделать заодно? Ты можешь, конечно, скачать взломку и играть на ней. Твое дело. А мне, например, 3 года уже жалко просто выкидывать на помойку. Потому что именно столько я потратил, играя в эту игру. Даже, по-моему, да, 3 года или 4. Так что уж дайте-ка мне, пожалуйста, добить мою, как говорится, миссию. И все. Потом я успокоюсь и пойду на пенсию. Так, ну что, ребят, неплохо мы двигаемся. И скоро будет Сёгун 3 звезды. Так, пока дают 15-20. Не буду пока ролить здесь ничего. Берем Армагона. Раз, два, три, четыре. Ну, тут всем, наверное, ясно. Армагон сейчас с одной плюшки всех вырубит. И будет им по делам. Хлопс. Вот и все. Шикарно. Идеальная победа. Кто бы в этом сомневался. С 34 позиции на 13. Ну, после этого боя мы уже переходим в 3 звезды. Дают 16-21. Ну что, я возьму, наверное, Усаги. В принципе, он неплох. И вот так вот. Сейчас Усаги сделает свою суперкозырную вертушку и, наверное, всех подобьет. А если кого-то не подобьет, надеюсь, постепенный урон сможет их в дальнейшем добить. Нет, на майке он не повесился, к сожалению. Один из везунчиков, так скажем, да? Ну вот, здесь все у нас получилось. И двигаемся далее. Тэдэнс, Сёгун 3 звезды. Слушай, может быть, до мастера сиганем, а? Давай-ка попробуем. А вдруг у нас получится сегодня взять мастера? Это же будет вообще круто. А лучше мастер 2 звезды, вообще идеально. А лучше 3 звезды. Лучше сразу в топчик. Слишком много хочешь, но мало получишь. Давай-ка с гранатометика их. Хлоп. Обожаю Ваньку. Раньше он мне казался каким-то таким, бля, не очень хорошим. А сейчас у него 2 массовые атаки. Пулеметная дробь, базука. Просто мужик во всеоружии. Но что у нас тут? Махмуд. Кейлейн. Давай Кейлейн возьмем. И возьму я Супер Шреддера. Раз, два, три, четыре. Опять же, итог поединка всем уже, наверное, известен. Супер Шреддер делает свою волну шипованную. И они все ложатся. Хотя мы, помнишь, тогда тоже делали волну, вот что-то типа того. И не все упали. Сплинтер там выжил. Какого он там был? 28 уровня, по-моему, да? Я еще был просто удивлен. Как так Супер Шреддер 100 уровня не смог завалить Сплинтера? 28 или 58, точно не помню. Но такая серия была, вот буквально вчера, по-моему, да? Или позавчера. Играли мы. Я был удивлен, конечно. Так что тут непредсказуемо. Ты не можешь дать 100%, например, на то, что ты подобьешь вот этого персонажа или этого. Можешь внезапно промахнуться. Да. А тем более тут есть классовые преимущества и также классовые, как сказать, ну классовые преимущества. То есть одни против других сильнее. Мы, вот видишь, вот, например, Зэк против вот Роксиди. Там стрелочки вверх показывают. То есть усиленная будет атака. И вот таким вот методом
Ну-ка, давай-ка. Таким вот методом мы понимаем, кто у нас сильнее против кого. Так, ну давай кофемашину готовим. Хорошо, двоечка упала. Это ты зря, парень, сделал. Слушай, они еще оказываются под электрошоком. Мы их замедлили. То есть Карайка делает вот свой шокер, и они замедляются. Это круто. Слушай, а если прокачать ей вообще по топчику, то она будет, наверное, всех врагов просто замедлять. Ну что, уже 29 место. Чувствую, уже пахнет лигой мастеров. Давай-ка я возьму Джастина здесь и Железноголового. Раз, два, три. Все-таки сколько же много у нас персонажей. Вот этих 55-х, 50-х, 58-х уровней. Очень много. Вот Майки здесь. Такс. Пошел, как бы ты знаешь, куда. Да что, вот два Микеланджело, все, ребят, сейчас начнется. Три даже у него здесь. Что-то я как-то не хорошо посмотрел. Так, надо вот этого. Блин, а по нему атака слабая идет. Ну и что это? Давай-ка так сделаем. Так, защиту снизили. Замечательно. Так, остается Микеланджело. Не понял. У него уклонение стоит. Уклонение. И добивка, скорее всего. Да. Тут, кстати, хорошо получилось. Особенно, когда Джастин снизил им защиту, а Железноголову потом ракетами бабанул. Вообще, идеально было. Так, но мы еще не переходим на следующий, как говорится, ранг. Окей. Подожди, подожди, подожди. Там же было 16-22, по-моему, да? Если не ошибаюсь. А то я выбрал 16-21. Зачем? Ну что, попробуем этой командой. Вот Рокзар, вот как провокатор уже, ребят, меня не устраивает. Мне кажется, он слабоватый. Даже не то, что слабоватый, но у него нет ничего такого особенного. Провокация. Вот у Криса Брэдфорда, у него есть два бафа отличных. Вот. А этот уклоняху вешает. Ты посмотри. Ты посмотри, что он творит. Сейчас будем промахиваться, к сожалению. Так, допустим. Давай, Доня, у тебя... А, у Дони нету контратаки. Ты смотри, они бьют специально тех бойцов, на которых не стоит контратака. Я вот что заметил. Стоп, 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 не надо. Ёпарасоте, блин. Твою налево, взяли, ушатали мне бойца, а. Вот охламонище. Я-то думал, мы все-таки сейчас на сухую выйдем. Угу. Вышли. Но зато перешли в Лигу Мастеров. 16-22. Давай вот эту вот команду возьмем. Раз, два, три. Так, так. Блин, как же не Майки-то ушатали, а? Обидно. Как-то неприятненько. И захилять его никак не мог, потому что так, что он там? У него двойная так стоит. Ну, руби давай. Так, Крис Брэдфорд, наверное, будет... А мы вот так сделаем, провокацию. Тимати взял провокацию на себя. Слабо. Так, а этот берет защиту, доп. Поехали. Кого тут, наверное, Дони надо как-то бомбануть. Фига себе он. Крепкий малый. Так, муха, по-моему, придется тебе сейчас хильнуть. Давай-ка критовку повысим нашей команде. А то что-то как-то мы... у Тимати достается жестко очень. Минус Дони. Так, давай-ка я, наверное, вот так попробую. Ку.
кувалдой. На. Мы снизили защиту ему. Блин, сейчас еще и Тимати уничтожит. Давай, Тимати, что-нибудь там придумывай, я не знаю, каким-то... Что ты? Как он... Какого лешего он сходил два раза, блин? Все наперекосяк. Всю игру, ребята, мне наперекосяк они сделали, а? С какого перепуга он пошел, блин, помогать? Ё-моё, а? Трындец. Да... Нет, до мастера мы не... две звезды сегодня не дойдем такими темпами. Такими темпами мы не дойдем до лиги мастеров. Да и бойцов у нас осталось шиш да не шиша. Все, вот этот последний бой у нас на сегодня получается. Двух бойцов за сегодняшнюю серию мы потеряли. Так нелепо как-то вообще. Рейка тут со своим копьишком лезет. Давай паутинку. Ага, меткость понизили. Вызываем клан футовцев. Крик души от змеи край. Крысы. Е. Подбили. Крис Брэдфорд не устоял против стаи крыс. Ну, какая там? 63-я. Ну что, ребята, Лига Мастеров. 63-я позиция. Я думаю, что неплохо. Для второго дня, как по мне. Ну, могли бы, конечно, мы и лучше пройти, если бы я лишний раз перестраховывался. Ну, вот я сделал, как сделал. И результат ты сегодня видел. Ну что, ребята, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.